Сашенька мой. За зарплатой ходит в наш клуб Азиз Мадаминов. И первый победитель по короне, точнее первый раз по короне победил Иосиф Абрамов. За один из престолов приглашается Талибзадан Мухаммад Панова Лилия. Стол номер 11. Да, ты все вместе. Самовар, дайте Виталику. Ребята, хочу сказать, что что-нибудь случилось? Ясно. Плохое, хорошее. Это все будет популярно. Спасибо всем. Азиз, мы уже в эфире. Сюда иди. Ну, пожалуйста. Я даже чеснока поела. И все равно буду брать интервью. Давай? Пойдем тогда, сядем туда. Давай? 5 минут, да? 5 минут, хорошо. Садись. Чуть-чуть поговорим с тобой. Совсем чуть-чуть. Не хочется разговаривать сегодня, обычно всегда ты не против. Ну, давай ты пояснишь, наверное, всем, что произошло, потому что многим непонятно, и очень много негатива было в чате на Ютубе не в твою сторону. Не в мою сторону? Ну, конечно, были такие, которые в твою сторону, но по большей части не в твою. С огромным перевесом, я тебе скажу. Ну, ты можешь посмотреть потом. Ну, там ситуация была, что прямой шар стоял. Я думал, он забьет, все, партия. Я в этот момент начал раскручивать кий. В итоге он не забил. По правилам везде прописано, что за это не штраф, не признал, не это. Но ты мог, ты хотел признать поражение? Нет, конечно. Ну, прямой шар стоит. Ну, ситуация на самом деле двоякая, и вроде как и ты не прав, и Йосик не прав. Ну да, двоякая такая. Да, ну будет что посмотреть, что обсудить с зрителем. Расскажи, как твоя подготовка? Да, все отлично. Я готовился. Ну, в хорошей форме сейчас. Лучше, чем на прошлом турнире, или похоже? По ощущениям? По ощущениям. Не знаю, вроде нормально. Нормально играл. С кем игра запомнилась тебе? Не считай, Юська. Ну, с Пашей Плотниковым у нас была контра. Тоже хорошая игра была. Как считаешь, легко ты прошел или пришлось бороться прям? Нет, бороться пришлось. Легко не бывает. Я это уже давно понял. Но никто просто так не пропустит. Ну, ты каждый турнир у нас есть такой топчик фаворитов. Ну, завсегда ты. И один из них ты. Кто побеждает, то забирает кубок. Ты уже много раз побеждал. Сколько ты уже победил? На корону именно. Именно корону? Два раза, по-моему, два раза. А кап белыми? Белыми, если считать с прошлым годом, 3 раза. Ну, вообще, ты... Вот скажи, когда побеждает кто-то другой, тебе становится обидно? Да нет, конечно. Все стараются, все хотят выиграть. Ни одному мне же выигрывать все время. Все стараются. Ну, спрашивают еще про удар в 4-й партии. Что-то там за ситуация такая тоже была какая-то. Не помню, если честно, что за ситуация была. Я тоже не все смотрела. Ну, ладно. Ты скажи, будешь на следующем турнире? Да, конечно. Как за зарплатой? Да, вообще. Все уже говорят, пора тебя трудоустроить. Легенда.
Не, я могу не участвовать, если как за финалиста будут платить каждый раз. Как за финалиста прям? Ну, говорят, киксанул ты. А, не киксанул я. Там систему бил через 3 шара. Не знаю, не помню. Через 3-го бил ты. Ну, через 3-го там кикса не было, просто я не попал. Не попал и все, да? 4-м шаром бил. Ну, в общем, есть что пересмотреть. Тут все-таки просят побольше поспрашивать. Твои ощущения и как ты оцениваешь соперника. Про Иосиф разговаривай. Ну, Иосиф сильно играет, что его номер один на его рейтинге, что про него еще сказать. Мандраж был? Не, мандража уже нет такого. Ну, как сказать, мандраж у всех есть. Смотря как будут пользоваться этим мандражем. Все на мандраже играют. Вы на нормальной ноте разошлись? Никакого конфликта не будет, надеюсь? Какие конфликты? Все нормально. То все, наверное, в предвкушении, что там будут зрелища какие-то еще. Будем за бильярдным столом решать. Ну, это правильно, это спортивное поведение. Молодец. Ну, Азиз, я болела за тебя в турнире, и сейчас тоже болела за тебя, поэтому не подведи в следующий раз. Буду стараться. Давай, не буду тебя мучить. Пока. Всем пока.